Ссылка на книгу в описании под видео. Общая Сталинградская битва и битва за Кавказ. Тезис. Оба сражения шли за экономически важные территории. Обоснование. В ходе битвы за Кавказ Красная Армия непосредственно защищала реку Волгу, крупнейшую транспортную артерию Советского Союза, по которой с Кавказа в центр страны шла нефть. Например, в ходе операции «Уран» немецкая 6-я армия была разгромлена, и Волга вновь стала доступна для речных перевозок. В ходе битвы за Кавказ Красная Армия непосредственно защищала Кавказ, который давал стране нефть. Например, нефтепромыслы Грозного и Баку были крупнейшими в СССР. В ходе битвы за Сталинград Красная Армия косвенно защищала Кавказ, который давал стране нефть. Например, из-за угрозы со стороны Сталинградского фронта немцы не могли бросить все силы на Кавказ, поскольку в таком случае они получили бы удар на Ростов, через который проходили линии снабжения войск, наступавших на Кавказ. Соответственно, группа армии А пошла в наступление на Кавказ, а группа армии Б пошла на Сталинград, чтобы отодвинуть линию фронта от Ростова. Как следствие, войск для захвата Кавказа не хватило, значит, Сталинград спас Кавказ. В ходе битвы за Кавказ Красная Армия косвенно защищала Сталинград, который прикрывал Волгу, крупнейшую транспортную артерию страны. Например, основной целью немцев был все же Кавказ, о чем говорит даже название группы армий. На Кавказ наступала группа армии А, группа армии Б играла на вторых ролях в районе Сталинграда. Если бы немцы отказались от наступления на Кавказ и сначала сосредоточились на Сталинграде, битву за Сталинград Советский Союз бы проиграл. Ссылка на книгу в описании под видео.